Это наклейки. И куда мы их будем наклеивать? Не знаю, давай просто их будем наклеивать. Алиса позвала меня в эту комнату, говорит: мама, посмотри скорее, что я построила. И я пришла, Лиса мне сейчас будет все показывать. О, давай сделаем как будто салфетки. Давай. Давай. Видишь? Как ты хочешь. Вот так. И каждый берет себе сам, да? Кому нужно? Это няня, ее зовут Надя. Это Тёма. А это у меня Алиса. Ой, какая милаха. Малышка красивая. Кушаем здесь. Ага. Ну ладно, пусть будет здесь, так. Здесь у нас можно попить. Ой, у тебя там котенок в холодильнике? И собачка. И собачка? А что они там делают? Почему они в холодильнике? А потому что некуда их оставить. Ребята, смотрите, у нас кровать открывается. И здесь у нас игрушки, игрушки, игрушки. И можно сказать то, что... Здесь у нас склад игрушек, поэтому здесь можно взять, что захочешь. Ребята, я не знаю, что мне взять, поэтому я просто здесь что-нибудь ищу. Ну, я думаю, то, что уже все. Вот только надо вот это взять и все. Басик у нас будет здесь кушать. И чтобы сосочка не скользила, мы возьмем маленькую. Специально для Басика, да? Да. Видите, она просто вот здесь. Так, девочки, вот здесь. Угу. Детки, давайте сегодня сходим в парк. Давай. Алиса, ты идешь с нами? Да. Ну все, давайте, выходите из коляски и пойдемте в парк. Вообще тут у нас должна покатить. Что? Покатить она должна. Хорошо. Вот я делала. Посмотрите, какая красивая коляска. Ой, какая красивая. Добро пожаловать в парк и давайте билеты. Ребята, давайте выходите, мы уже пришли. Васечка, давайте я помогу. Алисенька, тоже выходи. Ой. Игрушки с собой не берем, мы сейчас пойдем на карусель. Потому что их можно потерять. Да. Вот, держите билеты. Спасибо, проходите. Как будто они прокатились, да, Алиса? Да, вот это был он. Ага. Видите, я уже его покрыла грязью. А где Алиса у нас? Вот она. Ага, девочка. Алиса, вот эта зайка, да? Кто не знает, вот это дальше, это весь парк. Ребята, смотрите, это ведь маленькая Маша. Из мультика «Маша и медведь». Хотите с ней сфотографироваться? Я хочу, я. Давай, вставай, я тебя сфотографирую. Ой, смотрите, это же крокодил Гена. Хотите с ним сфотографироваться? Я. Васюта, ты? Сейчас. Здесь цыплячья ферма у нас. О, ферма цыплят. Да, и у нас есть неоткрытая усалка, поэтому... Обалдеть. Алиса, чего у тебя здесь только нету? Даже игрушки новые, не открытые. Обалдеть. Здесь даже Фейби Икс у меня есть. Новая. Так, ребята, я сейчас, подождите, смотрите. Я на тату. Так, вот здесь вместо нее будет. Ага. Дети, вы только посмотрите, сколько новых фигур. И все для вас. Какой красивый котенок, а какие у него ресницы. Я слышу звук. Ой, боже мой, это живой цыпленок. Дети, скорее сюда. Давайте посмотрим, как за ним ухаживают. Классный, какой он милаха. Ой. Какой-то классный. Он купается. А если на унитазик его посадить? Так, смотрите. Ой! Он покакал. Да. Давай попей, мой милый. Может, тут нажать нужно? Ой, он кушает, ребятки. Он кушает. О, какой миленький. Милота.
Он хулиганит. Ага. Так, а что у него вот в этом ящике? Ай, заколочки. Так, давайте примерим. Девочка. Ух ты, девочка. И мальчик. Он хулигашка. Угу. Хотите, я вас с ним сфотографирую? Да. Берите его на ручки. Итак, вы готовы? Да. Он уснул, такой милый. Да, дальше у нас день финале. Шоу у нас загружается есть. Шоу будет через минуту. Подождите. Стойте, ладно. Так, уже еще здесь надо. Вот конечка. И я думаю, то, что здесь надо комнатку. Здесь вот даже есть Мейбл, который сломан ноги. Ленивец, помнишь, у меня такой есть? Ага. Ленивец. Шар. Ёж шар. Что ты тут нашла? Маленький тюлень? Да. Ребята, у меня так много маленьких игрушек, даже корова есть. Скоро начнется представление. Дельфины готовятся к выступлению. А это кто? Кто это? А, маленькая русалочка. Это Лагуна. Лагуна, да. Лагуна Блю. Ага. И даже ёжа есть. Ёж. Рыба-ёж. Да. И, ребята, давайте откроем эту русалочку. Мне ее мама купила. Когда-то давно. И мы про нее забыли, представляете? Я про нее не забыла. Такое иногда бывает. Да ты вообще про нее не помнила, Алиса? Я про нее не забыла еще, я ее видела 100 раз здесь. А, ты просто не хотела открывать? Нет. Как мы ее назовем? Рыжуля. Смотрите, как вставлять. Сильнее. До щелчка. Опа, да. Получилось? Да. И заворачивай теперь хвост. Как она работает? Ну-ка. Никак. Никак? Это не работает. Это просто... Она разве не механическая? Это русалка просто. Да не, Алиса, он должен работать. Это пустая русалка, мам. Там не было на коробке написано, что она механическая. Да? Нет. Если просто была... красивая радужная, да? Да. Радужная рыжуля. Она симпатичная и на Алису похожа. Посмотри. Смотри. Да. Похожа. Очень похожа. Смотри. Это моя сестра. Смотрите, это моя сестра. Сестра. Я? Нет. Вон та девочка, рыжуля. Плыви ко мне, девочка. Русалочка. Не могу, пока не началось шоу. Да, ждем начала шоу. А после шоу ты ко мне подплывешь? Наверное, да. Стул для няни. Как для стул принцессы. Стул для сестры. Стул для сестры. Так. Она почему так сидит? Ее надо почесать. И для Басика нужен стул. Да, стул для Басика самый шикарный. Ой, красивый какой, да. Для толстопопиков. Да? Ну что, начинаем представление? Ты точно моя сестренка? Ой, мне можно прокатиться на дельфине? Конечно. Как они, Лиса, говорят? Болючка. Только няне не понравился. Можно с тобой пообщаться? Да, ложись сюда.
Все, уходим, девочки. Можно прямо в воде полежать? Да. Расскажи мне, пожалуйста, как ты сюда попала? Меня сначала словили с моря рыбаки. Сказали, что я рыба большая. Потом меня хотели съесть, но я попала в бассейн, а потом меня забрала лагуна Блю и сюда отвела. А теперь я здесь. Ты заметила, что мы с тобой очень похожи? Да, я это заметила. Может быть, ты моя сестра? Нет, я точно не твоя сестра, если я русалка. А кто твои родители? Мои родители русалки. Русалки? А мои родители люди. Ну ладно, будем просто с тобой очень похожими девочками. Да. Детки, скорее сюда, смотрите, что я нашла. Какое классное развлечение, смотрите. Как нужно играть, смотрите. Вау! Ну-ка, ну-ка, сможете? Да, сможем. Давай, Басюта, попробуй. Ой. Еще, Басик, пробуй. Еще пробуй. Попала сейчас. Е-е-е! Алиса, давай, давай. Молодец, Алисочка. Ничего себе. Такая милашка. Ой, наверное, ее нельзя трогать. Она может укусить. Басик, ты неужели ее не боишься? Я котик, я ее могу разодрать. Давайте сядем. Все, ребятки, садимся. А вот и тренер змеи. Здравствуйте, мисс. Здравствуйте, меня зовут Алена. Алена, здрасте. А змею зовут Щука. Ой, ничего себе. Алена так ловко справляется со змеей. Какая она злая. Я боюсь, она может сейчас кого-нибудь съесть. Понравилось шоу? Очень классное, спасибо вам, Алена. Смотрите, у нее даже язычок вытягивается. О, ничего себе. Кто хочет, то сфоткайтесь с ней. Да, мы все хотим. И няня. Спасибо вам за фото и за шоу. Не за что, я Беззубик. Беззубик, привет. Привет. Как ты здесь оказался? Да вот так просто оказался. Такой милаха. Приехал на отдых. На отдых приехал? Да. Какой ты умничка. Ну, мы тебе желаем здесь хорошо погулять, развлечься. Здесь много развлечений. Сходи на цыпленка. Окей. Пока. А кто хочет сфоткаться со мной? Я. Я тоже. Все, садимся все вместе. У нас будет очень много фото на память. Ребятки, побежали скорее домой. Это кто? Это олень из Эльзы. Кто хочет? Ой, сфоткаться? Какой он классный, все хотят. Ой, точно. Я тоже. Гена с нами. И котенок милаха. Все с вами. Все. Все хотят с нами фотографироваться. Потому что вы у нас самые хорошие. Спасибо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Миллион фото. Мы обязательно выберем самое лучшее и повесим дома на стеночке. Да. А вот это самое лучшее фото, ребята, которое сейчас сказали. Смотрите. Все, вот и фотография у нас получилась. Та-та-та. Держите. Ой, спасибо. Это фото на память. Спасибо большое. Ну все, до свидания всем. До свидания. До свидания, Алена. Давай все. Так, я дома повешаю фото вот здесь. Давайте все говорите всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи, ребятки. Пока.